Заключительная в этом году сессия Окружного совета депутатов прошла в филиале МГИМО 27 декабря. Председатель совета Татьяна Одинцова рассказала о результатах информационно-разъяснительных встреч с жителями муниципалитета по вопросам оказания мер социальной поддержки. Всего было проведено 17 таких встреч, их успели посетить более 1200 человек. По словам Татьяны Викторовны, люди просили проводить их чаще. Эта встреча была необходима, потому что даны были конкретно разъяснения, и категории лиц были приглашены все, которые заявлены в социальных выплатах на 2020 год. Люди узнали конкретно, задавали вопросы. Мало того, с нами работала социальная защита и пенсионный фонд. Поэтому подходили люди, задавали вопросы. Если надо было в базе узнать какие-то вопросы, была запись этих вопросов, и на следующий день или вечером были даны разъяснения каждому, кто обратился. Некоторые не знали, что им положена социальная льгота, была даже в этом году. В рамках внеочередной сессии Совета депутатов округа были подведены предварительные итоги уходящего года. Глава округа Андрей Иванов одним из важнейших событий 2019 года назвал объединение Одинцовского района и города Звенигород в городской округ. Сегодня можно констатировать, что прежний период завершился. С 2020 года мы начинаем жить единым бюджетом единого городского округа. А это значит, что только теперь, по сути, муниципальная реформа завершилась окончательно. Цикл пройден, и с 1 января начинаем уже жить по-новому. И это самый первый, самый главный итог 2019 года. Это действительно историческое событие. Одинцовский район объединился с Звенигородом и стал Одинцовским городским округом. Более детально об итогах 2019 года Андрей Иванов будет говорить в ходе своего ежегодного обращения, которое он сделает в середине февраля будущего года. Жанна Набок, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».